У нас двор страсть небесная. Люди приезжают, бог знает, с Машмета, откуда, ну, в туалет или как забежать. И говорят, да что ж у вас так грязно в центре. Здравствуйте, а кто депутат в вашем округе? Без понятия. Я голосовала за Конституцию. Я вообще не знаю. Понятия не имею. Сысоев Максим Владимирович. Не знаю. Понятия не имею. Я не голосовал. Ходорев. Ой, по-моему, этот председатель Государственной Думы, по-моему. Вот это поворот! Не знаю, не голосовала последний раз. Могли бы вы назвать проблемы вашего округа? Нет, потому что я сюда переехала 30 числа. У нас двор страсть небесная. Люди приезжают, бог знает, с Машмета, откуда, ну, в туалет или как забежать. И говорят, да что ж у вас так грязно в центре? У нас грязный двор, отвратительный. До идеала далеко. Тысячи проблем. Особенно мучает, что фонарей нет и дорог нет. Люди идут, особенно весной, осенью, грязь. Когда грязь на улице, когда темно, а дети в школу. Ну, в принципе, особой проблемы нет. Небольшая работа по благоустройству ведется. Но опять же, вот непорядок со сбором мусора, не решена проблема, потому что мы платим за мусор многоэтажным домом, а окружающие носят, не платят. Я думаю, вполне удобно, за исключением, конечно, повсеместных проблем с парковкой, которые везде сейчас есть. А в целом, я думаю, здесь все вполне гармонично расположено. Да? Мусор, дороги, да все как обычно, да. Неустроенность, не облагораживание всех дворов, детских площадок. Вот так. Дороги. Двор у нас отремонтировали в доме. Осталась проблема, вот только действительно вывоза мусора, там освещение обновили. Капитальный ремонт дома вот недавно был. В принципе, неплохо. Их много, молодой человек. Ну вот, проблемы с мусором. Проблемы, потому что нереально. Вот я, допустим, одна живу, я в том месяце заплатил 260 рублей. Как депутат Александр Сысоев решает ваши проблемы? Не могу сказать ничего. Ну, в данном случае я к нему никогда не обращалась. Вообще не вникаю в политику, ничего не понимаю. Понятия не имею. Я его никогда не видела и даже не слыхала, что... Он депутат у нас. Ну, если честно, Александр Владимирович, это вообще друг моего детства. Мы вместе баскетболом занимались. Поэтому я его поддерживаю. Ну и, в принципе, решает, потому что я эту проблему знаю очень близко, изнутри. Вы знаете, я понятия не имею, как он их решает. Я лично к нему не обращался. Не знаю, по городу, по-моему, хорошо. Нет, к сожалению, за политикой я не очень слежу, не могу ответить. Ну, насчет этого я не знаю, как он решает. Ну, он часто выступает и, ну, это самое, предлагает такие вопросы решать. Я не обращалась к нему, не знаю.